Чуваки, привет! Необъяснимым образом я тут что-то периодически все, что касается кемперов, не смотрю ни хрена. Смотрю только вот одного чувака, пацана Америкоса, который живет в старом. Ну, крутой, конечно, по моим меркам, такой сарай. Он огромных габаритов. И тут ничего уникального. Там здоровый сарай. Самое интересное, чувак. Так, не то чтобы снимать ни о чем. Ну, там нет чего-то уникального. Я сейчас смотрю. Я утром смотрю, как он утром проснулся, переоделся и так далее. Как-то так. Не знаю. Короче, интерес. Каким образом, не знаю. То есть там этот ролик там ничего не содержит, никакой ценной информации. У него такой очень-очень древний, я не знаю какого года, надо будет, кстати, посмотреть внимательно. Может, где-то в описании есть. У него древний такой автобус Америкос. Огромный. Прямо огромный. Два раза больше моего. Там прям квартира трешка. Ну вот. Он старый очень. Очень старый такой весь там. Ремонтируемый, пошарпанный. Его сам там дорабатывает. С одной стороны, вроде бы ни о чем, а с другой стороны, там то видос он там пружины меняет в подвеске, то видос он там, у него там лег какой-то инвертор, вот, он там его там что-то там купил, там сделал, там то он там показывал, там как он дизельный отопитель подключал, вот. Ну, как-то, не знаю, каким образом, что-то он мне симпатичен, короче. Даже вот в тех видосах ни о чем. Ну вот, не знаю, мне нравится его. Ну, такой, как в щелку через замочную скважину за ним смотришь, он там что-то там вошкается. Вот сейчас я такой видос смотрю. И, в общем-то, такой видос сейчас смотрите вы. Вот. Тут ажиотаж был вчера. Сразу не понял. Что за ажиотаж? То мне знакомый написал, типа, ты в порядке там, вас там не смыло. Я не понял вопроса. Потом еще кто-то написал что-то, ну, такое похожее. Потом мама написала, типа, тебе там куртка пригодилась. А я когда уезжал с Беларуси, я на всякий случай, не знаю зачем, вот, у меня была такая парка, прям длинная, да, прям парка, которую я носил там в минус 20, то есть и классно себя чувствуешь. Я на всякий случай не выкинул. Она где-то у меня, где-то на дне моей квартиры, где-то лежит. Ну вот, чувствую, что следующей зимой я ее достану. Потому что я каждую зиму привыкаю все больше и больше. И мне все холоднее и холоднее здесь по зимам. Вот. И мама Аня пишет, типа, я тут кеды твои зимние не выкинула. И куртку взял, там пригодилась, наверное. Я не понял, думаю, о чем речь вообще. А потом уже выяснил. Я телек не смотрю, они все смотрят. Евроньюз там, либо там, не знаю, белорусские, российские новости. И оказывается, русскоговорящие новости говорят, что у нас тут беда-беда. У нас тут все засыпало снегом. Вот. И это части да, части нет. Но потому, как вы поняли, не у меня. У меня сейчас на улице 14 градусов. Сейчас я выйду, вам покажу. Вот. Но мне вчера сосед, знакомый Санек с Аликанте. Ну, мы и дружим, он и подписчик мой. Прислал видос. Это там где-то 600 километров от меня, причем не на север, а по побережью. Вот. И там у них сугробы огромные. Вот. Я понял, в чем смысл этих сообщений и вопросов странных. Ну а у нас, в общем-то,
все как обычно, нормально. У нас на горизонте, как прежде, Марокканские горы. Там какая-то концентрация дождевых облаков. И ветряки почти не крутятся. То есть ветра нет. Те, кто сейчас посмотрели на эту парковочку и подумали, нормальная лафовая парковка, то я вам скажу так, что да, сейчас нормально тут. Сейчас нет проблем с полицией. Вот мы тут запарковались. Вот. Но летом здесь вечером подойдут, скажут, что здесь останавливаться нельзя. Но если говорить о формате. Сейчас вот, что это за видос? Это видос ни о чем, с одной стороны. С другой стороны, я еще не просрал все деньги, которые у меня там были. И я подумывал прикупить плату инвертора. Короче, ну, по сути, ну, те, кто смотрит регулярно меня, знают, да, что у меня там сдох как-то инвертор, что я уже купил, поставил новый. Что, в принципе, он работает. Вот. Единственное, я вот думаю купить инвертор, ну, такой для... Ну, у него две такие стороны будут. С одной стороны, рассказать, показать вам его. Он... на 600 ватт номинал, 1200 пик, стоит 65 евро. Короче, тут такая тема получилась, он стоил 65 евро. Потом, не так давно, я заглядываю, что-то уже думал купить, он стоит 77 евро. Я такой, что за херня, пишу продавцу, типа, чувак, у тебя, ну, я хочу за 65 евро. Он мне пишет, типа, это, типа, самая минимальная цена. Я ему опять пишу, я говорю, что ты мне плетешь? У тебя он неделю назад стоил 65 евро. Я хочу купить за 65. А при этом я смотрю, он уже 85. Блядь, за 85 можно в корпусе купить. То есть готовые изделия, а не полуфабрикат. Сегодня, вот сейчас утром я прочитал сообщение. Он типа, вот там, сейчас такая цена, как ты хочешь, 65 евро. Вот. И, ну, с другой стороны, он мне останется, типа, как... В резерв. Но, опять-таки, те, кто смотрит давно, да, знают, что я не так богат, чтобы, ну, тратить там, допустим, 10-20 евро на, ну, так, необдуманно. Вот сейчас я обдумываю, да, пытаюсь понять целесообразность данной затраты. Да, с одной стороны, вы как бы получите этот обзор, я вот думаю, как бы это уникальная стоимость или не уникальная. Вот как я делал обзор по инвертору, который я приобрел, да, там какие-то были косяки, не косяки, вот, плюсы, минусы, там, некоторые, которые косяки можно рассмотреть как хорошая защита от дураков. Вот я думаю, его в таком же режиме погонять, что он могет там, что он там за пределами номинала он может и так далее. Вот, но я вот думаю, как бы. Так как это все-таки это 65 евро. А 65 евро это почти что на месяц мне еда. Вот. И сейчас вот я вот в задумчивости, короче, тратить эти 65 евро или нет. Вот. Но с другой стороны, как бы две стороны положительные для вас и для меня. Вы получите инфу.
для многих этот инвертор подойдет. Ну вот, нужно будет только корпусок сколхозить для него. Если он, конечно же, вот то, что заявляет производитель, он всему соответствует. Получится за недорого хороший с чистым синусом инвертор. Вот, без корпуса, правда. Ну, а мне он останется типа как в запас, в резерв. Я вот думаю, пока что думаю. Думаю, читаю ваши комментарии. Короче, это был видос для тех, кто любит формат Санта-Барбары. Вот, как чувак, который бомжует в кемпере, проснулся, как он попил кофе, что он там думает. Может быть, для таких целей надо будет где-то пару камер закрепить по кемперу. У меня есть пару креплений. Я ими пользовался пару раз. Вообще, чтобы онлайн транслировалось постоянно. Такая вебка. Вебка из... с края земли. С русскоговорящего края земли. Вот. Ладно. Мне нужно, чтобы вам делать прикольные стримы, мне нужно сделать крепежку для второй камеры на это, на дисплейчик, чтобы крепить вам вторую камеру и показывать, кроме своей рожи, что происходит на улице. Вот. Потом сегодня одна гражданка ко мне приезжает от своих родителей. Вот. Что-то мне еще надо сделать. Что-то мне надо сделать. Буду заниматься делами. Вот. Все. А, наконец-таки надо закинуть файлы все про холодильник и потихонечку начинать монтировать. Понимаю, что это не день делов, но вот пора. Что братанчик там один меня напрягает очень сильно. Я, в общем-то, его понимаю. Вот, то есть мне тоже такая информация нужна была, когда я делал, но ее не было нигде. Поэтому надо этим вопросом заняться. Все. Буду заниматься вопросом. Покеда.